Да ну на. Всем привет. Решил выбраться на рыбалку. У нас тут карантин уже, блин, сколько дней дома сидим, уже сил нету. Решил выйти порыбачить. Я думаю, я особо ничего не нарушу, людей здесь все равно нет. А воздухом дышать надо. Буду ловить сегодня вот на такого фанатика. Это боксер, по-моему, 3,5 или 3 дюйма. 3,5, скорее всего. Чебурашка 2,5 грамма. Ну, я вот покрасил ее таким зеленым цветом. Ну, конечно, колхозно, но посмотрим. Будут какие-то от этого, будет от этого толк, не будет, не знаю. Но лишним не будет. Вот. Ну, буду пробовать. Ну, и поводок из флюорокарбона поставил где-то метровый. Посмотрим, может быть, удастся что-нибудь поймать. Погода, конечно, не очень хорошая. Ну ничего, вышел, в принципе, даже не то, что на рыбалку, а так, подышать, проветриться. Уже невозможно дома сидеть. Вода еще холодная. Я не думаю, что рыба будет активная. Ого, он в камышах что-то бьет. Не знаю, рыба или что это. Или лягушки прыгают. Может, карась трется. Ну, прям шевелится так. Как будто там что-то здоровое. Опа. Ребят, тычки были. Не знаю, может, показалось, но очень-очень похоже на тычки. Ну, камыш, гляньте, гляньте, что делается. Карась, наверное, трется. Здесь немного покидаю, если не будет клевать, пойду вдаль. Там есть места, где коряги есть. Попробую там покидать, может, что-нибудь будет стоять. Не знаю, там где-то. Да не клюет, холодно. Что-то рыба сегодня не хочет клевать. Рыба тоже на карантине вся. Не, ну хоть одну я должен по-любому сегодня поймать. Где-то ж она стоит. Еще немного на боксера покидаю, поменяю. На белую свою, на релакс. Посмотрим, как на него будет. Может, ей цвет не нравится, может, форма не нравится. Может, она сегодня вообще бастует. Фиг его знает, что ей надо. Пасмурная погода уже стоит. Сколько дней у нас? Не знаю.
постоянно ветерок, постоянно дует вроде. Все говорят, что щучья погода, но я не знаю, в такую погоду наоборот меньше всего ловлю, потому что не клюет. А вот когда тепло, да еще и без ветра, вообще шикарно. Попробуем здесь. Зараза, солнце в глаза светит, нифига не вижу. Даже ничего не делала, она уже зацепилась. Да, вот этого, конечно, не очень хотелось. Будем надеяться, что крючок разогнется. Приманку не хотелось бы терять, конечно. Да уж. Да, рыбалка начинается неудачно. Хорошо, что я с собой взял карабинчики. Ох, тебя еще не хватало. Ох, сюда бы в теплую погодку бы. Такое место было бы вообще красота. Сколько за зиму коряк нанесло. Стоял так, делал судак, бах, влетел. Причем неплохой такой судак. Не знаю, шел он с глубины или тут он стоял, хрен его знает. А сейчас только ветки влетают. Да, распогодится сюда щучка, по-любому станет. Место хорошее. Есть где спрятаться. Здрасте. Не. Опа. Да ну нафиг. Да нет, срезала. Как? Клюнула и приманку срезала. Охренеть. Не, больше ничего. А зачем вам фотоаппарат? Здрасте. Чтобы видео снимать. Поймали что-нибудь? Не, не клюет. Видишь что-то? Замаскированное ключо, она хватает и ключо, и в губу срезается.
Ну ладно, хорошая рыбалка. Спасибо. Хорошая рыбалка. Спасибо. Я, короче, не знаю, что это было, ребят, но просто делал вот, ну, как бы, проводку делаю, получается, подбрасываю и просто чувствую моментально мягко, такой даже без удара. Блин, он не мог не развязаться, ничего, просто моментально, я даже не знаю, блин, кто так мог его срезать. Капец, но у меня еще есть один, конечно, вайперочек. Я, блин, даже не знаю, кто такой, блин, шустрый оказался. Может, конечно, щука влетела. Но не порваться, не слететь, ничего такого. Она просто не могла. Ну хоть как такое хотя бы, блядь. Так интересно, слышь, а нам как сообщат? Ну, то, что типа выходить, не выходить на работу. Я сам позвоню. Не, ну должны же сообщить как-то. Да ну на! Да ну на! Ты видел? Ты сер... Я как? Я просто поднимаю, короче, чувствую тяжело, думал это, как его. Ты снимаешь, но материться нельзя? Я сейчас в шоке, реально. Как вообще? Я просто тогда промолчу. Блин, это... Слышь, это вообще просто изи. Я просто в афиге. Да ну нафиг, ребята. Зараженный. Да, это, короче, карантинный судак. Блин, ну я вообще доволен. Чё? Черный, короче, понял? Короче, когда на нересте они черные. Я сам недавно узнал просто. Вообще, блин, по кайфу. Ну да. Слушай, а пробило так знатно. Блин, ну почему он возле берега взял? Почему не где-то повозиться с ним? Так пробило прям его хорошо. Короче. Просто. Я тебе говорю, понял, тяну просто вот так вот вверх поднимаю, смотрю, короче, ну чувствую, что тяжело. Ну думал, пал. Я сам так, он даже не... Он даже, я вот до сих пор, я его, короче, уже когда морду увидел, я в ахере просто. Я когда его морду, короче, увидел, я только... Тогда понял, что это поклёвка. Я тогда понял, что он вообще висит, я... Ну, такой, короче, красавец вообще. Офигеть вообще. По кайфу. Сейчас у нас нерест, так что Судакевича мы отпускаем. Пошел. Потихонечку, бля, ушел красиво вообще. Фу, вот это вообще сейчас, короче, эпично было. По-моему, я куда-то вот туда кидал. Но взял он, как всегда, под берегом. Ну, как-то вяло. Ну, как всегда, короче, с подвисом. А, рука замерзла, капец. Фу, было... Заебал, это твоя фишка, бля. Способность, бля. Нужно попробовать, короче. Типа паузы. Попробуй, да, нормальная тема развивается. Блядь, как, сука? Думаешь, он встанет на свое место? Да причем тут встанет и не встанет? Не, говорят, если он, короче, ну как... Типа клюнул, то есть он стоит, по идее, на икре, если он клюнул, он, короче, потом уже не установится на икру. Ну, то есть плохо. Ну, как бы вообще, да, по идее. Что ты его ловишь-то? Я ж не его ловлю, я вообще на щуку пришел. Так, короче, будем закругляться. Холодно, ничего не клюет. Одну рыбу поймали сегодня, и то хорошо. Все, всем пока, до новых встреч. Я, конечно, не брал, у меня, блядь, с собой нет.
Блин, вообще хрень. Это дед, угрожает. Бацильный пришел тут, угрожает мне что-то. Слышь, правильная рыбалка, метр дистанция, блин. Типа у тебя клюнуло, такого не может быть.